Б, но ему сначала надо подняться в легкий. Ну и четвертый пункт. Что вообще делать с Тони Фергюсоном? Судя по всему, именно об этом сейчас болит голова Уайта. Сейчас ждут все решения комиссии Невады, и уже после их вердикта станет ясно, что к чему. Например, на какой месяц намечать поединок, утверждать дату и дальнейшие все пресс-конференции, даже может быть и промо-тур по городам, как это было у Конора с Флойдом. Дана уж точно будет выжимать максимум из этого реванша. Уже вижу реакцию от подписчиков. Многие пишут, что Конор подойдет к этому поединку по-другому, что у него будет хороший шанс на победу. Есть также мнение, что там все не о спорте, а о деньгах, и можно прогнозировать победу Конора и третий итоговый бой, который принесет им невероятную прибыль. И есть мнение, что для Хабиба второй бой будет вообще проще. Уже не будет того напряжения, которое было в первой их встрече, и по спортивным критериям и подготовке Нурмагомедов будет лучше, чем Конор. Все это, конечно, разговоры, но вот что Дана не упустит своего, это факт. А еще факт, то что легкий вес самый интересный в UFC. Хабиб, Тони, Порье, Конор, Барбоза и Квинта, тот же Холлоуэй, который, скорее всего, поднимется сюда. Очень интересно следить за этими парнями, будем наблюдать, как все будет складываться. И давайте послушаем слова самого Даны Уайта. Он говорит: если вы посмотрите на то, что мы сейчас имеем, я надеюсь, что Конор вернется летом или что-то около того. У нас есть Хабиб, который вернется после дисквалификации. Уже сейчас у нас есть Тони Фергюсон. Макс Холлоуэй может подняться в этот дивизион. Нас ждет много замечательных событий в этом дивизионе. Однако думать об этом и строить планы преждевременно, пока мы не урегулировали вопрос с Невадой, говорит президент UFC. В общем, как я понял, Конору и Хабибу надо отбыть дисквалификации, выиграть свои следующие поединки, утрясти суммы гонораров, и тогда уже реванш не за горами. Пишите, что думаете, ставьте лайки, если вам понравилось видео. На этом пока все. Увидимся в следующих выпусках.